Один из величайших писателей мира в юности хотел блистать в обществе, но ему мешали природная застенчивость и отсутствие внешней привлекательности. Вместо этого молодой граф выработал привычку к постоянному самоанализу. Он искал себя на Крымской войне, в Европе, в родовом поместье «Ясная Поляна» и все время писал, будто вел дневник своим думам о смысле жизни, о секрете всеобщего счастья. Он был азартным игроком в карты, пожалуй, первым русским веганом, а ближе к 60 годам, когда были уже написаны «Война и мир» и «Анна Каренина», всерьез подумывал о самоубийстве. «Все сделано, зачем жить?» – говорил ему беспощадный самоанализ. Толстой создал свое учение, известное как «Толстовство». «Растут люди только испытаниями. Не заботьтесь о том, чтобы другие любили вас. Любите, и вас будут любить». Умер Толстой во время путешествия, в которое погнал его тот самый самоанализ.